Настраиваемся на дыхание и ощущаем свое физическое тело. Сейчас сначала сбалансируем свою энергетику, приведем в порядок свою ауру, тонкие тела, каналы в теле. Поднимем немножко частотность и потом уже посмотрим, что будет с практикой. И немного поднимем состояние иммунитета. Ноги не скрещивая, желательно на полу, чтобы стояли стопы ровно. Руки-ноги не скрещиваем, просто копчик тянется вниз, макушка наверх, без пересечений. Ощущаем плотность своего физического тела. Чувствуем свои стопы. И ощущаем, что стопы у нас стоят на земле. Чувствуем свои ладони. Ладони смотрят вверх. Чувствуем свой копчик и макушку. Растягиваем немножко позвоночник. Копчик тянется вниз, макушка тянется наверх. И ощущаем, как выравниваются позвонки. Но делаем это без напряжения, просто через расслабление физического тела. Тело начинает самостоятельно занимать удобную позицию. То есть позвоночки могут сами как-то подвигаться, встать на место. Можно посмотреть, где есть больше напряжения, значит, там как будто немножко растягиваем это место. Растягиваем вниманием своим. И ощущаем все тело. Ощущаем целостность своего тела. Чувствуем восходящий поток из ядра планеты. Восходящая энергия проходит через все тело. Через наши стопы, поднимается по ногам, через копчик, через позвоночник, через все туловище, через руки, через голову, выходит наверх. Просто ощущаем восходящий поток планетарный. Чувствуем тепло, золотистый свет. Тело при этом расслаблено, отдыхает. И все напряжение, которое есть в теле, мы тоже выдыхаем. С каждым выдохом отпускаем любое напряжение, которое есть в физическом теле. И теперь ощущаем, что поток планетарный, он расширяется. На самом деле он существует везде. Но мы своим вниманием как бы расширяем зону воздействия этого потока. Вся наша аура находится в этом потоке золотистого света, восходящий поток из Земли. Очищается вся наша аура, очищаются тонкие тела. И
и тонкие тела выравниваются, если есть где-то какие-то деформации в ауре. Они начинают выравниваться, очищаться, как будто такая реставрация происходит в этих энергиях. Если в теле возникают какие-то напряжения, стараемся через дыхание это напряжение освободить, выдохнуть. И вот, кстати, такая сейчас информация идет. Если какие-то тревожные состояния у кого-то есть, то мы можем делать вдох этой энергии и выдыхать в землю. То есть вдыхаем в тело и из тела выдыхаем все напряжение в землю. И теперь ощущаем, как сверху вниз из самого источника космического. Сверху вниз из самого яркого источника света идет поток нисходящий. Входит в макушку, проходит через все тело, через руки. Ноги входят в ядро планеты. Ощущение покоя возникает. Поток яркого света выравнивает тоже все тела. Очищает ум, мысли. И также этот поток расширяется на всю ауру. Потоки яркого белого света. Такой космический душ смывает все неровности в телах, реставрирует, очищает от негативных программ, установок. Очищается это в том случае, если мы за это не держимся. То есть, если у нас будет какая-то установка в голове, и мы захотим ее сохранять, то она никуда не денется. Поэтому мы все отпускаем, весь мусор пусть сметается этим потоком, смывается в этом душе. Все вредоносные программы, иллюзорное мышление, деструктивные мысли. Все, что не служит нам во благо, смывается в этом потоке. Одновременно идут восходящие и нисходящие потоки. Выравнивают все тела, всю ауру, очищают, гармонизируют. Энергии проходят через все меридианы в теле, через все точки входа и выхода энергии. Очищаются все каналы. Особенно там, где какие-то органы болят или травмы были. Ощущаем, что через эти меридианы, проходящие там, где есть какие-то проблемы, проходит легко и естественно энергия. Все меридианы включаются в работу и проводят через себя энергию легко, становятся чистыми. Чакры.
также проводит, пропускает сквозь энергию. И впереди, и сзади чакры открываются в этом потоке, гармонизируется работа чакр, гармонизируются все системы организма. Циркуляция энергии в теле восстанавливается. Все стихии в теле приходят в баланс, начинают гармонично циркулировать. Насквозь проходит энергия через все меридианы. И теперь не только в физическом теле, но и как будто бы в тонких телах тоже у нас есть меридианы, тоже есть каналы, через которые проходит энергия. И в целом все тела также спокойно пропускают энергию, очищаются, восстанавливаются. Выравнивается аура, приходит в свое естественное состояние, форму. Спокойно дышим через все тело, через всю ауру, пропуская насквозь потоки. Если в теле возникают напряжения, выдыхаем. Теперь переходим к следующему этапу. В нас есть присутствие Бога. И мы сейчас должны увидеть, что мы опираемся на Бога. То есть мы выходим, ну, условно я так называю, да, опираемся на Бога. То есть мы исходим из этой божественной части. То есть наша единственная опора сейчас должна стать, точнее, мы должны ощутить, что Бог – это наша единственная естественная опора, на чем мы стоим, из чего мы происходим. И все остальные опоры мы убираем из себя. То есть мы можем опираться на других людей, на родственников, на ситуации, еще на что-то. Мы все это убираем сейчас. И опираемся только на одно единственное – настоящее, что есть в нас, то, из чего мы происходим, то, что есть наша настоящая опора. Все остальное мы убираем из себя. То есть мы перестаем жить жизнью других людей, интересами других людей. Вспоминаем о том, что у нас есть своя жизнь. И также, если кто-то опирается на нас, тоже упираем это взаимодействие с себя. Потому что человек должен каждый найти свою опору в себе, ощутить ее в себе. Чувствуем эту опору. Опираемся как будто бы на Бога. Такое выражение у нас еще есть, да, как у Бога за пазухой. И это то чувство, это не то, что надо искать.
Не надо эту опору искать. Это есть внутреннее знание, это есть естественное состояние. Каждый человек знает, как это. Это не то, что мы придумываем, что мы на что-то там опираемся, да? Но каждый об этом знает, как это. Это невозможно описать словами. Но внутреннее знание есть у каждого. И вот сейчас мы опираемся только на это свое внутреннее знание. Оно не выражается в форме слов или в форме каких-то картинок, как это должно выглядеть. Но это есть в каждом. Все остальное мы оставляем просто. Все ложные цели, ложные опоры. Когда бывает так, что люди живут чужой жизнью, а не своей. Мы убираем из себя и свое тоже убираем. То есть все, нет ничего, кроме одной единственной опоры. Естественной, настоящей. Которая происходит из нас самих. Которая никогда никуда не девается. Которую невозможно разрушить или как-то убрать. Она всегда есть. И мы всегда в ней есть. А она в нас. А все остальное мы отпускаем. Отпускаем любое делание. Мы просто ощущаем, что мы происходим из этой опоры, единственной настоящей. И позволяем нашей жизни выстроиться правильно. Когда мы отпустили все искажения своей жизни. Отпустили чужое, ложное. Теперь мы позволяем нашей жизни выстроиться так, как гармоничнее всего для нас. Ощущаем, что как будто жизнь разворачивается из нас во все стороны. И сверху, и снизу, и впереди, и сзади, и по бокам, и во все стороны разворачивается сама жизнь. Прямо из этого источника, из нас, сотворяется. Из того единственного источника настоящего. Отметаются ложные пути. Мы их оставляем. Позволяем жизни твориться во все стороны. И дышим. И уже ощущаем, как изменилось наше состояние, наша частотность. Более ясное восприятие стало. Легче стало дышать. В теле больше бодрости.
легкости. И на этом заканчиваем нашу практику.